Меня зовут Иванова Юля, и я активная, позитивная девушка. Сегодня я расскажу вам про некоторые достопримечательности города Екатеринбурга, который по праву считается столицей Урала. Хотя местные жители называют его ЕКБ, ЕБУ или попросту ПУР. И мы с вами находимся на центральной главной площади, которая стала центром революционных событий 1 мая 1905 года. После революции ее так и назвали – площадь 1905 года. Сейчас зимой здесь ледовый городок и елка, а летом располагается большая парковка для машин. Сама же площадь выложена брусчаткой, по которой на каблуках особо не разбежишься. Да и машины здесь ездят аккуратнее. Частенько здесь дежурят ответственные сотрудники ДПС. Сверху на эту площадь смотрит товарищ Ленин. Помашите ему ручкой. И в наши дни около него собираются коммунисты. Напротив Ленина располагается здание администрации города. На крыше по периметру здания стоят скульптуры известных уральских писателей и революционеров. А теперь вспомните, пожалуйста, название главной улицы в своем городе. Правильно, это улица Ленина. И в Екатеринбурге она называется точно так же. Если пойти по ней прямо и налево в сторону реки, то мы увидим очень известный храм. Он был построен на том месте, где в 1918 году был расстрелян последний российский император Николай II вместе со своей семьей. Отсюда и название «Храм на крови». Если встать спиной к храму на крови, то открывается прекрасный вид на центр Екатеринбурга. Приезжайте к нам полюбоваться прекрасным видом, и мы согреем вас в крепких уральских объятиях. И не забывайте почаще улыбаться, ведь хмурым лицом сегодня уже точно никого не удивишь.